Вітаю в ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні наша студія присвячена Міжнародному дню мира. До нашої студії сьогодні завітала Таміла Афанасьєва, голова громадської організації Одеська обласна рада миру. Вітаю вас. Здравствуйте. Отож, це свято проголошено Генеральною асамблеєю ООН ще 40 років тому і щорічно відзначається 21 вересня. Що ж передувало цьому святу ось таку історичну довідку, якщо можна? У нас не просто сегодня мы с вами обсуждаем, мы обсуждаем с вами в преддверии 40-летия назначения непосредственно именно даты 21 сентября. В 1981 году Генеральная Ассамблея ООН, они хотя и заседают раз в год, и в принципе резолюции, которые выдаются, как бы могут исполняться и на следующий год, но именно почему-то только в 1981 году была принята резолюция, и только с 2002 года стала отмечаться. То есть на следующий год будет 30 лет, а в этом году 40 лет – это достаточно значимое событие. Поэтому мы очень рады, что мы, как представитель Одесского областного совета мира, у нас 4000 миротворцев, и вот мы готовимся к этому событию, к этому дню. Но в преддверии всего, может, хочется рассказать еще о том, что исторически это все-таки послужило, во-первых, окончание Второй мировой войны. Как бы там ни было, очень долгие годы разбирались и Гаагский суд, и Гаагские процессы. Началась война в Афганистане, очень стал полыхать Восток. И вот ряд этих всех событий, которые происходили на территории всего мира, вот стали поступать заявления, чтобы все-таки сделать один день, когда прекращается любое насилие в мире. То есть перестают какие-то слышны и военные действия, и взрывы, и насилие, будем даже говорить, в семье. То есть все, что возможно, все, что касается миротворчества, добрых дел, добрых событий, вот это все хочется, чтобы это было в один день. Для нас, православных людей, это тоже очень важный день, потому что именно 21 сентября Православная Церковь празднуют День Рождества Богородицы. И вот знаете, так вот интересно, что вот очень важная, будем так, женщина, которая родила нам Иисуса Христа, который стал миссией нашей для православия, именно в этот день отмечается ее Рождество. Поэтому вот объединяются два таких важных праздника, и я очень рада, что все-таки мы можем хоть как-то достучаться до многих людей, до многих сердец. И особенно для Украины, которая уже почти 8 лет идет вот такие вот боевые действия на Донбассе. И хочется все-таки ко всем обратиться, чтобы мы все военные события регулировали мирным путем. Что все-таки мирным договора, дипломатия, чтобы политика минимализировалась, а все-таки были отношения. Поэтому мы берем пример именно с Генеральной Ассамблеи ООН, которая вот уже 40 лет назад установила именно этот день днем мира. Ось ви правильно зазначили, що в нашій реалії це свято дуже важливе. Якщо почало воно святкуватися, можливо, ви знаєте якісь маленькі історичні також моменти, і як воно зараз? Ось яка паралель є, як змінилось сам процес святкування, можливо, якісь традиції? В этом году Генеральная Ассамблея ООН этот год именно как празднование «Быть лучше, чем вчера». То есть мы должны стремиться быть лучше. Все-таки не забывайте о том, что пандемия, которая всколыхнула весь мир, очень много людей ушло от нас из-за COVID-19. Очень много людей, которые были дома, закрыты в карантине, и различные ситуации происходили в семьях, как в хорошую сторону, так и в плохую, к сожалению. Поэтому вот это все, оно как бы скомпоновало единую структуру, что Генеральная Ассамблея обращается ко всему миру, что мы должны стремиться быть еще лучше, что наша задача становиться, объединяться, быть добрее, то, что я уже говорила. Традиция есть установлена в самом начале, то есть в 12 часов дня в Нью-Йорке в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН звонит колокол. Это как бы вот это традиционно, но в каждом регионе мира, каждый уголочке мира совершенно разное время, поэтому как бы каждый присоединяется к этой акции по-своему и в свое время. Поэтому мы, например, завтра проводим два мероприятия. У нас один будет в сквере мира, что тоже можно, хочется отметить. И я очень благодарна и Сергею Васильевичу Кивалову, и Юридической академии, которого с самого начала, вот сквер мира, когда вот была идея создания и приведения в порядок этого маленького уголочка. И там находится училище от Юридической академии, где проживают общежития. То есть все очень как бы компактно. И тут же станция переливания крови. И вот этот вот сквер мира, он стал таким, знаете, единением и государственной власти, оба госадминистрации, и Приморской администрации, и
родильного дома, и станции переливания крови, то есть, знаете, вот вашего все обучающего, вот такое огромное, как вот такую вот структура вокруг, и маленький-маленький сквер мира, который уже вот столько лет существует и достаточно долго был в очень запущенном состоянии. И могу вам сказать, что сегодня мы шли, и там все приводится в порядок. Все-таки там есть сосны, которые посадил непосредственно первый президент Украины Кравчук Леонид Макарович, посадил действующий губернатор Одесского региона Сергей Рафаэльевич Гриневецкий. То есть те люди, которые участвовали уже много лет в существовании нашего города, нашей области, нашей страны, эти люди вот посадили сосны, и как бы вот сейчас вот они вот цветут и радуют нас. И сегодня Зелентряс высаживает новые, как бы тоже там деревья и цветы. И вот завтра мы там будем проводить акцию, и потом у нас будет очень красивый флешмоб с практически там чуть больше, чем 500 детей будет участвовать, и курсанты с мореходного училища будет вашего номер 3 при юридической академии. И даже, кстати, ученики школы, международной академической школы Одесса. То есть очень приятно, что вот мы так все объединяемся и вот так вот структурно уже много-много лет празднуем этот день. Поэтому вот Одесский областной совет мира совместно со своими друзьями, партнерами, «Женки за мир» Натальи Юрьевны Королевской, ну и опять же повторяю Сергея Васильевича Кивалова, что вот мы так все объединяемся и вот делаем такое миротворческое доброе дело. Ось вы сказали, что будет больше, ніж 500 детей. И в одном из интервью вы зазначили, что с каждым роком цей флешмоб расширяется, стає все больше и больше. С чем вы это повязуете? С тем, что люди дізнаються больше, чи читают историю. Что это? Чи интернет, возможно, что это на просторах все видно и... Вы знаете, мы каждый раз выбираем новые локации, и самый, конечно, большой флешмоб был, это был к юбилею Международного дня мира, и в тот год, когда мы проводили, у нас было больше, там, 1200 детей у нас было участвовало в флешмобе, то есть достаточно большое событие, мы хотели показать, что Украина разнообразная, красивая, культурное событие. Сейчас, конечно, из-за ковида мы немножечко ограничили, но мы счастливы, что мы можем это провести, потому что в прошлом году все-таки было сложно, только как раз был уже разгар, мы уже были в желтой зоне, и этого нельзя было делать. Сейчас еще есть надежда, что все-таки солнце, красивая как бы окружающая одесская инфраструктура, архитектура, красота все-таки, поэтому мы выбрали немножечко меньше локацию, но в то же самое время, думаю, она тоже будет очень красивая, достойная и очень патриотичная, потому что там будет и слово «мир», и наш флаг, и голуби, поэтому как бы я думаю, что скоро увидят у вас эту красивую действующее событие. Дуже важливе патріотичне виховання дітей. І саме те, що вони залучені до такого заходу, це і є це виховання. Діти будуть танцювати, співати, я так розумію, народні да. танці, народні пісні. Як це важливо зараз у наших реаліях? Тому що йде війна і окупація Криму. Все ж таки діти повинні знати і пам'ятати історію. Ви знаєте, дуже много-много лет в Одеському обласному совєті міра діють правильная, нужная и важная программа «Мир через культуру». И как бы ни происходили, какие бы события ни происходили даже в доме каждого человека, даже вот когда уже, дай Бог, все станет на свои места, и с Донбассом, и с Крымом, и все, но все равно у нас есть дом, у нас есть семья, у нас есть окружающие люди. И вот это миротворчество, которое несется в этой программе «Мир через культуру», оно предполагается для совершенно разных поколений, абсолютно. То есть мы стучимся и к уже пенсионерам своими программами, да, и к молодежи, которая через какое-то время будет для нас являться фарватером, движением вперед, да, то есть они будут представлять Украину. И, конечно, вот те детки, которые даже участвовали во флешмобе, когда на Потемкинской лестнице «Слово мира», это уже выпускники и мореходки, да, это уже детки, которые тогда это еще были малышки, да, там по 7-6 лет, сейчас они уже в 3-5 классе, и они помнят, они говорят, мы участвовали, они узнают меня на улице, и для них это очень важные и добрые события, все объединяются, и это красиво, и вы знаете, очень важно, чтобы для детей было не просто действие, а важно, чтобы вот осталось в каждом сердце, что мы в Украине, мы в Одессе, что у нас День мира, и мы хотим, чтобы был мир, чтобы детки, которые живут в серой зоне, и уже многие пошли в школу. Представляете, то есть они родились под снаряды, под какие-то такие вот ну, военные различные действия, и сейчас они пошли в школу, и есть и раненые детки, есть уже с осложнениями здоровья. Все это мы понимаем, но есть еще дети, которые тоже живут в этой стране, и они должны знать, что Украина — это мирная страна. И мы надеемся, что мы придем к этому миру.
До речі, про Одесу саме, зокрема. Одеса дуже багатонаціональне місто. Чи буде на флешмобі представлено ось це різнобарв'я, якщо так можна сказати? Это всегда самый главный акцент. Всегда самый главный акцент, что Одесса – это город 133 национальностей, что Одесский регион самый большой, самый насыщенный, самый туристический, культурный. И то разнообразие национальностей, которые именно в нашем регионе, это просто поражает. Вот вы знаете, за последние несколько дней я была в Белгород-Днестровске, и в Вилково, и в Измаиле, и в Волграде были наши коллеги, все. То есть мы настолько видим, как живет красиво наш регион, и мы хотим это нести дальше, эту культуру, чтобы нас видели не только вот мы, да, поговорили с вами, а чтобы Одесса в хорошем смысле слова, культурном, туристическом, гремела по-доброму на всю страну и на весь мир. Мы уверены, что как бы, то, что делаем мы, потому что, вот, допустим, сейчас была выставка картин детей, которые дети Одессы рисуют Африку. И когда эти картины пройдут уже выставку в Одессе, потом мы повезем это в Верховную Раду, потом у нас, как всегда, либо ПАСЕ, либо Генеральная Ассамблея ООН, либо Конгресс США. То есть вот эта выставка «Дети рисуют Одессу» поедет в ЮАР. И это все, вот знаете, вот как бы объединяет нас, то есть мы показываем, как живет Одесса, и в то же самое время, как живет Украина, и как живет, допустим, Африка. И вот мы 2 года назад делали большую выставку 300 работ с 30 стран мира. То есть 30 стран мира детей нарисовали Украину, нарисовали мир, нарисовали свое видение страны. И мы потом эти картины повезли в Конгресс США. Они были в ПАСЕ тоже. То есть путь совершенно разнообразный. И даже по Украине мы как бы стараемся всегда захватить новые локации. У нас, допустим, есть Рушник Мира. То есть там уже более 120 городов Украины. Маленькие, большие, разные. Даже есть, например, школа такая-то города Херсон, да, или университет в Виннице. Вот они вышивают на этом рушнике, вышивают свое название и присоединяются к нашему огромному такому рушнику. Поэтому очень-очень красивые действия. Ось ви так сказали влучно про рушник, це було моє наступне питання. Як виникла ідея зробити цей рушник, створити, пустити його по Україні, щоб і Вінниця, і Миколаїв, як ви тільки що зазначили, всі приймали участь, брали участь? Вы знаете, что интересно, вообще как бы идея, все идеи, которые рождаются в Одесском областном совете мира, это коллегиально принимается на президиуме, кто-то вот так, вы знаете, вдохновился, нам очень много помогает матушка Серафима, у нас, к сожалению, вот Поливанова Галина Анатольевна, которая очень много трудилась, у нас очень много таких значимых фигур, людей, которые делают на протяжении всей своей жизни, трудятся вот. У нас есть Мамонтов Виктор Иванович, он написал более 50 книг для детей. То есть у нас идеи рождаются, знаете, вот как бы коллегиальным процессом, и вот даже Рушник Миру позвонил один из наших миротворцев, который работает в Черноморске, и говорит, Таминочка, тут привезли Рушник Миру, как бы зазначили, дети вышли, так и написали, Рушник Миру для Одесской областной рады Миру, вот они захотели нам подарить. И пока мы их получали, мы говорим, о, так мы сейчас можем еще обратиться в другой город, чтобы они вышли, чтобы мы вышли. И знаете, когда вот это пошла акция, 1,5 года, и мы когда стали собирать эти рушники, где-то мы покупали деткам, где-то дети сами брали и вышивали, то есть все по-разному совершенно было. И вот так вот теперь у нас там почти 100 метров, вы знаете, то есть это достаточно, мы даже не всегда можем раскрыть это, как бы вот у нас была акция на Думской площади к 30-летию независимости Украины, и мы когда стали становиться этот, растягивать рушник, у нас получается несколько локаций еще закрылись, поэтому мы его свернули частично обратно. Это очень хорошо, это, знаете, как бы, это не столько плюс там, мне или там, президиуму, это больше плюс для тех людей, которые участвуют, вовлекаются, то есть огромное количество людей, которые постоянно взаимодействуют, вкладывают свое дело в мир. Это самое важное. Цьогоріч рушник вже почали вишивати? Чи... Да, мы ж это постоянно идет работа, то есть как бы все время мы как бы делаем, то есть вот сейчас у нас пусть трудятся дети Ивана Франковского, вот как бы мы тоже ждем от них. У нас есть из Польши, у нас есть с Швеции, то есть у нас как бы постоянно идет какая-то работа, и иностранные к нам присоединяются, страны как бы детки присылают, с Болгарии нам прислали тоже молодежный совет при президенте, поэтому мы вот потихоньку наращиваем обороты. Чувствую, закончим очень длинным рушником.
А як щодо дошкільнят, школярів, чи проводять якісь спеціальні уроки у школах, присвячені Дню миру, щоб учителі чи волонтери розповідали, говорили про це, адже це міжнародне свято? Вы знаете, вообще на протяжении всей работы Совета мира, еще до меня, еще только когда в 68 году была создана организация в Одесском регионе, и вообще по Украине и по миру, были вот эти уроки мира, действительно были очень такие вот важные, не только в День мира, но вообще на протяжении всего учебного года. Могу вам сказать, вот есть чем похвастаться, да, допустим, памятник Шевченко, который стоит и в каждое там какое-то большое событие Украины возлагают цветы. Это была инициатива нашего первого председателя Ивана Петровича Гайданько, который к юбилею дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко все-таки выбил на тот момент, это, по-моему, в Москве было или в Питере, где-то там давали согласование, выбил, чтобы сделать такой памятник большой. И потому что у нас был в Одессе был очень маленький, где-то он стоял там тоже на Ланжоне, но где-то он совсем был, Тарас Григорьевич был малюсенький. А сейчас это значимый памятник, которому возлагают цветы государственные деятели. То же самое можно сказать про Совет мира. Первая делегация с Америки, которая приехала после окончания Холодной войны, они приехали в Одессу, приплыли на теплоходе и также встречали Одесский областной Совет мира, миротворцы. Это я к тому, что на протяжении многих-многих-многих лет такие вот эти цепочки, знаете, то есть, может быть, когда-то, знаете, наши внуки будут сидеть и рассказывать, как какая-то там Тамила, председатель, первая женщина-председатель, она как бы создала эту инициативу, этот уже огромный рушник, который уже, может быть, с этого стола. И вот также и уроки мира. То есть в этом году мы тоже обратились и к облгосадминистрации, и к городскому совету. Обратились ко многим стратегическим городам нашего региона, чтобы провели акции у себя в школах, в университетах, в садиках. То есть детки будут делать различные акции. Это очень интересно. То есть, например, как-то в Южном в виде голубя мира дети встали в виде голубя. Было очень там тоже такая красивая событие. В Измаиле как-то выпустили очень много шаров, то есть тоже, причем какие-то экологически чистые. То есть постоянно присоединяются разные города и может быть даже вся область гуляет. Я даже как-то шла в этот день, даже не помню, какой-то год, 3-4 назад иду, 117-я школа, прямо вся разрисована, там что-то мир написано, я так еще посмотрела, думаю, боже, ну какая прелесть. Как бы не то, что там ты пришел к директору, сказал, это надо сделать, да, то есть мы же как бы взаимодействуем, мы общественная организация, хотите, присоединяйтесь, хотите, нет. И тут получается, что ты идешь и видишь, как детки днем присоединились, провели этот добрые дела, поэтому и уроки мира делают наши миротворцы, и вот такие вот флешмобы, большие, красивые, все по-разному. Ну, конечно, то есть COVID немножко дает свои какие-то корректировки, но мы стараемся максимально, чтобы все это было офлайн, чтобы это было совместно и безопасно для здоровья детей. Наприкінці я хочу, щоб ви проанонсували завтрашні заходи, о котрій годині, де збиратися нашим одеситам. Мы хотим сказать, что это, так как это флешмобы и в первом варианте, и во втором, то это все-таки больше неожиданные события. То есть флешмоб — это когда, знаете, когда все пришли, объединились, и кто-то прогуливается, а вдруг такое вот какое-то событие происходит. В принципе, у нас так это и тоже будет происходить. Но могу вам сказать, что обязательно мы проведем это в сквере мира, и обязательно это проведем на Воронцовской колоннаде, то есть это будет новая локация. Это будет красиво и интересно, очень красочно и ярко, поэтому кто поймает из наших зрителей какой-то из этих флешмобов, будет лично от нас большой подарок, поэтому давайте завтра в течение дня, могу вам дать наводку с 10 утра до 2 дня, вот ловите в этих двух локациях, и мы будем очень рады обязательно отблагодарить каким-то сувениром от Совета мира. Дякую вам. Я нагадаю, сьогодні до нашої студії завітала Таміла Афанасьєва, голова громадської організації Одеської обласної ради миру та депутатка Одеської обласної ради. Ми сьогодні говорили про Міжнародний день миру. Мене звати Крістіна Чорновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.